Друзья мои, добрый день! Сегодня мы соберем перчик-пломбир с одного кустика и взвесим. Сколько же у нас было килограмм на одном кустике? Сразу хочу показать соседние. Листья я срезала, потому что для того, чтобы перец скорее набирал биологическую спелость. Только поэтому. Вот на соседних можно посмотреть. Листва чистая, листва хорошая. Ну, для чего я это показываю, знают, кому я это показываю. Ну что, сейчас мы соберем этот перчик и пойдем на веранду взвешивать. Так, отсюда я брала 3 перчины на дегустацию. Ссылка на дегустацию будет под видео, так, поэтому мне придется с соседнего. Я возьму 3 небольших перчика. Ну что, начинаем собирать перец. Так, друзья, вот я быстренько обрезала. Значит, здесь у нас получился 21 перчик. Сейчас мы пойдем и взвесим его. Так, друзья, подключаем весы. Чашка весит 350 грамм. В ноль. Так. Кило. Ой, 2 килограмма 900. 2 900. 600. Так, получается 2 550. 2 650. Ой, не сосчитать. 900 минус 300. 600. Да. Значит, получилось перчика у нас, пломбир. 2 550. 2,5 килограмма перца мы получили с одного кустика. Вот такой вот перчик пломбир. Распасовки новые семена. Ну, сейчас его, по-моему, нет в магазине, в котором я его брала, в интернет-магазине. Ну, может быть, кто-нибудь увидит где-нибудь его. Ну, я хочу сказать, что все перцы, вот расфасовки новые семена, они все очень достойные. Поэтому берите и не переживайте. Кто-то говорил о высокой стоимости этих перцев. Ну, вот смотрите, перчик пломбир стоит, ну, пусть он стоит 100 рублей. То есть, одно семечко у нас получается 20 рублей стоимость. Вот. И вот за 20 рублей, ну, при своем уходе, конечно, небольшом, мы вот получили 2,5 килограмма перца. Такой перец в магазине по 200 рублей. Вот и считайте, дорого это или недорого. Ласточка в этом году, сортовые перцы, очень было холодно в июле, когда завязывались перчики, пчелы вообще не летали, насекомых не было. И, конечно, на сортовых вообще люди не получили вообще ничего. Ну, а здесь вот, пожалуйста, при гибриде вот такие вот хорошие перчики вкусные. Что я с ними буду делать? Я их сейчас буду замораживать. То есть так вот буду обрезать, друг друга вставлять. У меня морозильная камера, и буду делать. Так, семена я где приобретала, я оставлю ссылку внизу. Вот такой хороший перец. Еще хочу последний перец вам показать. Ирен тоже заслуживает внимания. И семена там недорогие. Порядка, там, по-моему, 46 рублей стоят семена. Тоже очень достойный. Так что оставайтесь с нами. Спасибо, что смотрели. Всего хорошего. До свидания.